Внимание дольщикам! Наложен мораторий на взыскание неустойки по ДДУ до 2023 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление 479-е о нюансах ответственности застройщиков за несвоевременное завершение строительства дома и передачи квартиры дольщика по договору участия в долевом строительстве, который уже действует с 29 марта 2022 года до 31 декабря этого же года. В этот период не будет начисляться неустойка по ДДУ, предусмотренная законом об участии в долевом строительстве, не будут начисляться проценты, выплачиваемые участнику долевого строительства, согласно статье 9 закона, а также неустойки, штрафы и пени и иные финансовые санкции, выплачиваемые дольщиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ДДУ. Кроме того, при определении размера убытков в рамках статьи 10 закона не будут учитываться те из них, которые были причинены в этот период. И в отношении применения неустойки, штрафов и пени и иных финансовых санкций к застройщику в части их уплаты, требования которых были предъявлены к исполнению застройщику до даты вступления, в силу этого постановления предъявляются отсрочка до 31 декабря 2022 года включительно. Такие требования, содержащиеся в исполнительном документе, предъявленном к исполнению со дня вступления в силу указанного постановления, в период отсрочки не исполняются банками или иными кредитными организациями, которые обслуживают счета строительных компаний. Проще говоря, по тем решениям суда и исполнительным листам, которые были вынесены до принятия этого моратория, неустойка выплачиваться не будет до начала 2023 года. Пишите ваши вопросы в комментариях, пересылайте это видео своим знакомым дольщикам. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.